Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Находимся мы с вами в Москве на выставке «Транспорт России», как вы, надеюсь, уже поняли. У нас на стенде весьма квалифицированный гость, кандидат технических наук ЕСАФ Валерий Балахметович, который подробнее о том, кого он представляет и какой его интерес на нашем стенде, расскажет сам. Добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, какую организацию, какое структурное подразделение этой организации вы представляете? Ну, остальные вопросы потом. Окей, хорошо. Ну, я сотрудник МГТУ имени Баумана, наш инжиниринг и научно-образовательный центр, центр модернизации машиностроения. Ну, он объединяет несколько направлений в машиностроительной области, но и, безусловно, вот то, что представлено на этой выставке, меня также интересует как технического специалиста. Нам очень интересно мнение специалистов. Мы чувствуем внимание со стороны и транспортников, и, скажем так, научных организаций возросло. Вот скажу вам, что только что произошло подписание договора о комплексном сотрудничестве между нашей организацией и МИИТом. Поэтому хотелось бы узнать, как вы оцениваете технологию SkyWay, ну и по предварительному знакомству, и после того, как вы сами увидели трехсекционный Unicar на нашем стенде на выставке. Ну, безусловно, технология SkyWay очень интересна, и вот на основании той документации, тех видеоматериалов, которые я видел, ну, она, безусловно, интересна, и там есть очень хорошее рациональное и техническое зерно. Но понятно, что как все новое, оно, ему надо определенное время для того, чтобы пробиться, с учетом, опять же, наших реалий. Но я уверен, что за этой технологией будущее. Спасибо, мы в этом не сомневаемся, так же, как и вы. У вас есть, может быть, какой-то конкретный интерес, конкретное предложение? Что из подвижного состава или транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay для вас представляет наибольший интерес? Я имею в виду грузовой, пассажирский, высокоскоростной и так далее. Нет, ну, безусловно, все направления очень интересны и транспортные, но я сейчас вот подошел на стенде с конкретным вопросом там по грузовым технологиям, потому что, ну, это действительно, так сравнив существующие результаты, я посмотрел, там достаточно интересная перспектива в этом направлении. Поэтому сейчас с вашими специалистами я обменивался, ну, более глубоко мы изучим технико-коммерческие предложения в этом направлении и будем им с интересом заниматься. То есть, как я понял, у вас уже есть конкретное предложение, которое может вылиться в адресный проект? Да, да, да. Спасибо вам большое. Я не сомневаюсь, что сотрудничество будет успешным. Призываю всех подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на нашем официальном сайте. В общем, поддерживайте наш проект и интерес ко всему тому, чем вы занимаетесь, вам обеспечен. Строй SkyWay! Спасай планету!